Посмотрите, идут бои. Вот так вот. Все по-серьезному. Раньше не приходилось мне видеть это лично, вот такие бои. Там тоже двое вон. Никак не разберутся без рога прикладства. Вот один не хочет, а другой, ну, просто говорит, ну, давай, давай, давай еще потолкаемся. Ну, видите, это больше как вот игра. Нет, ну, не хочется, да? Вот не хочется, и все. А вот к нам идет товарищ. Привет. Не, я с тобой не буду бодаться. Мы не в равных позициях. У меня таких рожек красивых нет. Так что я тебе не составлю компанию. Понял, ушел. Смешные. Да, никак не успокоится, да? Ох, ничего себе звук. Ничего, и сотрясения мозга нет. Привыкли, видно. Ого. Ой. Ничего себе. Это не слабый удар. Ого, вдвоем на одного так нечестно. Да, в общем, вот такие вот битвы. Бойцовский клуб, в общем, одним словом. Что, боец? Что, боец, скажешь? Давай, рассказывай. Ну, в общем, ладно. Бойцовский клуб живет по своему расписанию. Не будем мешать. Поехали дальше. Всем пока. Не забывайте подписываться на наш канал. Ставьте лайк, если понравился этот бойцовский клуб. И еще увидим, что интересненького в жизни происходит в Нидерландах и не только. Всем пока от нас, от Анны и Франка. Всем добра, мира и благополучия.